Это надо заснять. Пошел отсюда. Следующий. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Дарк Драгон, Робби, Банкабан, Стаканчик, Секрет, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы ее придумали только что, перед роликом. Это новое что-то будет у нас. Смысл в том, что все знают этот конкурс. Есть определенное количество стульев, но на один меньше, чем человек. И по определенному сигналу все должны успеть сесть на стул, а тот, кто не успевает, мы будем скидывать подсрачникам в лаву. Давайте проверим, лава убивает? Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, пацаны, по звуку сигнала выстрела пистолета должны сесть. Кроним по кругу. Серега, давай, твоя песенка. Припев хочу. До припева буду ждать. А, так подожди, всех стульях... Слышь, даже на рабочий стул не сел. Надо один стул. Ладно, это была проверочная. Ладно, удаляй, Серега, один стул. Бля, отходите все. Отходите, отходите. Ну что, раунд номер два, то был пробный. Серега? А я тогда надержал. Ох, я спасу этого сел. Я успел. Опа. Ребята, он сам прыгнул в лаву. Получается, он зритель. Теперь он будет стрелять. Теперь кто проиграл, будет он давать сигнал, когда нам садиться. Потому что я, по сути, нечестно и делаю. Вставай возле нас рядышком. Можно нас выпустить. А где вы? Наверху мы застряли. Ну что, Спайдермен, где ты? Давайте, погнали. Надо удалить. Ага, да, точно, точно. Ой-ой-ой-ой-ой. О, так, все, отлично. Так, вот, сесть на стул. Серега, еще не было сигнала. Ой, блин, люди. Блин, я застрею тоже. Ну-ка. Да блин, это другой стрельнул, я испугал. Он не стрелял. Это другой стрельнул. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Блин, такая рубрика веселая. Я даже не знал, что так будет весело. Ну, Спайдермен, ты что, уснул? Опа, кто не успел? Давай я скину, пожалуйста, стань на краешек, я тебе посрачем скину. Вставай. Так. Это надо заснять. Пошел отсюда. Следующий. Ну что, теперь их двое. Нас осталось все меньше и меньше. Так, Серега. Так, не хочу в лаву прыгать, но я понимаю, что сейчас вот-вот и моя очередь настанет. Я не хочу. Я успел. Ну, Бенди. О, промахнулся. Эй, Бенди, пошел отсюда. Так, ну что, ребята, у нас все меньше и меньше остается. Готовы? Да. Так, внимательно ходим. Все так же возле стульчика ходят. Ходим. Не успел! Ой, блин, такая удовольствие, да, когда Серега попадаешь на стул? Офигеть, так, ну что, у нас осталось два стула. Ну что, поехали. Так, блин, Серега. Ой, блин, веселье. Настроение, надеюсь, это настроение вам передается, вы сейчас сидите и ржете, как я. А, я успел. Серега, альте на руки надо было садиться. Серега, иду. Отойдите. Самое обидное, что как это я еще не проиграл, хотя силы у всех равные. И на самый краешек. Ты же Вову же бить. На, Папайрус, получи в голову. Ой, так красиво. Терминатор отдыхает в сторонке. Ну что, решающий матч, выиграю я или нет? Я стреляю, короче. Давай, Серега. Только этот, чтобы было это спонтанно как-то. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Ну, ходим вокруг стульчика, ходим. А победитель что будет? О, давайте...
Ты стрельнул? Стойте! Я сел тоже. Я сижу на картофане. Нет, стой, я не так сяду. Серега, сейчас, сейчас, стой. Сейчас. На руки ему можно сесть? Сейчас сяду, сейчас, я знаю, что можно. На колени. О. О, обои клавы. Что за говно? Ну чё, пацаны, Серега, скидывай меня, я готов. Скидывай меня. На тебе посрать. На тебе посрачник. Давай еще. Ух. Так, Серега, давай, я ставлю еще дубликацию. Еще разочек, мне понравилось. Давай. Текс. Дубликейшн. Надо один стульчик там удалить. Удаляй сразу. Ну что, погнали? Короче, я стреляю. А сколько стульев? А нас сколько? Может, два удалить надо? Нас же восемь. На шестеро. Шестеро. Удаляй еще стул. Пять стульев должно быть. Шесть. Еще один удаляй. И так сойдет. Точно. Погнали. Весело. А кто стрелять будет? О, успел. Успел. Серега! Серега будет стрелять. Ну ладно. Блин, ну что ты так мне надо быстро проиграл? Ух ты, псих. У нас уже этот вакханалия начинается. Ну что, дальше? Давайте, по кругу. Серега будет стрелять, пока ходим. Серега, мега взрыв сделаешь, как тогда, чтоб все услышали. Даже соседи. Да это не... Ну ты, Серега, мало, ты не тут... Я хотел пушкой выстрелить. Да это не тот звук. Я же не... Да я думал, ты напердёшь уже заняться. Ходим по кругу, ходим. Ходим тихонечко, не спеша. Есть, я успел. Я вышел со стула. Прощай. Титаник идет ко дну. Титаник ушел к говну. Ой, ко дну. Ну что, дальше? Погнали. Давай. Серега, сделай это внезапно как-то, чтобы вообще никто не ожидал. А может мы потом сделаем рубрику, надо будет добежать и успеть сесть на стул или нет. Придумаем, короче. Да, на карте запрятать стул и найти на него сесть. Гениальная рубрика. Хотя это тоже рубрика такая, это, знаете, конкурс вообще со свадьбы, день рождения. А мы решили в Гаррисмоде их. Может еще какие-то рубрики? Ребята, напишите в комментариях, какие рубрики нам еще... Ой, блин, зря все. Какие рубрики нам еще записать? Может что-то вы нам подкинете? В нашем Дискорде есть, кстати, раздел «Идея для видео». Пишите. Не стрелял, куда вы садитесь? Танцуйте. Да блин, я боюсь уже не знаю, когда садиться. Я успел. Прощай, ты был плохим человеком. Еще и в воздухе его убил. Так, давайте дальше. Это самая угарная серия такая. Именно наша самая веселая в этом году будет. Так, трое и два стула. Погнали. Ходим. На стульчик я смотрю. Я прям по стулу хожу. Я на нем уже сижу. Ну зато со стороны понаблюдай, как пацаны будут играть. Давай я сейчас отстрельну. Пацаны будут бегать, а я стрельну. Ну что, давайте. Давай. Хлопцы. Так, ходите по кругу, ходите. Так, внимательно. Кто, короче, не сядет, я того. Давайте, сейчас кто остается, может вставать, не знаю, убийца и всех замочить на карте. Победитель может всех замочить. Давайте, чтобы было интересно. Ну. Оп! Все. Копьем в голову. Убегаем. Ну все, давайте убегаем, убийца есть. Можно даже пилпак какой-то взять. А кого он взял вообще? Ого, что там за взрывы? Админский пистолет, он сам тебя убил. Серега, знаешь, что хочу сделать? Напоследок, давай попробуем кинуть бомбу в лаву, взорвется она или нет? Да без проблем. Мне реально интересно, активируется бомба в лаве? Напишите в комментариях перед тем, как мы взорвали. Если мы сейчас кинем бомбу в лаву, взорвется она или нет? Потому что в Гаррисмоде очень странные физики. Бросай. Это что, вода? А не, взорвало. Ух ты! Оно вот так булькнуло, как будто в мочу какую-то упало. Офигеть, ты шашлык. Мне кажется, то, что она и есть. Моча? Которая убивает?
И ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!